Стать необходимые странички и увидеть каталог. Что появилось новое? Появилась новая категория, это Beauty Edit. Если посмотреть на дословный перевод, то это такой вот своеобразный редактор красоты. И о чем, в принципе, на этом редакторе красоты может идти речь? Это такой вот редакционный раздел, в который каждый каталог публикуется самые оригинальные статьи. На тему моды, на тему красоты. А ведь тему статей мы специально поддерживаем темами статей наш каталог, и обязательно там поддерживаются ссылки на наши продукты. Самые популярные материалы этого раздела – это видеоуроки красоты, в которых и визажисты учат посетителей сайта делать модные прически, создавать актуальные образы с помощью макияжа. В этом же разделе публикуются обзоры самых модных тенденций сезона, практические материалы о правильном питании, эксклюзивные интервью с мировыми звездами и многое другое. Здесь же вы можете увидеть непосредственно и видео, и самые главные новости. Ну, например, сегодня последняя неделя у нас 11-го каталога, и поэтому самая важная новость, которая есть, это сотрудничество с Madlen, и тема красоты, тема добра, она буквально актуальна, и вы здесь тоже можете все увидеть. Следующее. Если мы пролистнем страничку, самую главную страничку Oriflame вниз, мы увидим с вами, что Oriflame представлен в социальных сетях. Есть официальные странички Oriflame и ВКонтакте, и в Фейсбуке, и в Твиттере. Также есть плейлист Oriflame, то есть мы представлены в Ютубе, где есть абсолютно все разделы, все видеоматериалы от руководства компании по продукции, мастер-классы от профессионалов, а также новинки и видеообзоры новых и последующих каталогов. Поэтому, если вдруг вы еще не знаете, где это посмотреть, на самой главной страничке опускайтесь вниз, и вы это все увидите. Ну, а мы с вами начинаем путешествовать дальше. Ух ты! Итак, мы с вами путешествуем дальше, и первое, на что я хотела бы обратить внимание, рядышком, где есть графа Beauty Edit, есть и категория Wellness. Вот здесь вот, если раньше можно было увидеть все сертификаты Wellness, то здесь они для клиентов не представлены, они будут представлены только для консультантов компании Oriflame, и мы о них поговорим позже. Но на что бы я хотела бы обратить внимание? Ну, прежде всего, то, что здесь представлен научно-экспертный центр категории Wellness, это Игелёса. Здесь в этом научном экспертном центре представлены все самые актуальные темы, которые необходимы. Это и питание, и часто задаваемые вопросы, и наша экспертная оценка, и уникальность наших продуктов. То есть на это тоже стоит обратить внимание, если вы планируете знакомить своих клиентов непосредственно с нашей продукцией. На что еще стоит обратить внимание? Вот на нашу экспертную оценку. Потому что здесь есть все. И что такое Игелёса? И потому как Игелёса — это колыбель, это родина продукции Wellness, где и разрабатывались, и тестировались, и исследовались продукции, наши продукты. Это та научная коллегия компании Oriflame, которая участвует в разработках и создании новых средств. Здесь информация есть о наших производствах, об исследованиях, которые были. Конечно же, сертификация всеми мировыми производственными институтами, в том числе и ХАСП, это европейская сертификация продуктов питания, в том числе и GMP. Это глобальная сертификация фармацевтического производства продуктов. Ну и, конечно же, сертификация на местном уровне, как в Украине, так и в России. Ну, а мы с вами идем дальше. И еще одна часть, на которую стоит обратить внимание, это wellness-тест. То есть тоже есть он в категории wellness. Вы знаете, кликая на него, ну, здесь буквально 7 вопросов, но кликая на wellness-тест и
давая прежде всего свой email, вы можете на свой электронный ящик получить результаты и рекомендации специалистов о том, на что вам нужно обратить внимание, сколько нужно времени спать, какое количество продуктов нужно выпивать, жидкости, какая должна быть физическая активность. Сегодня у меня была возможность пройти этот wellness-тест еще раз. Я его начала, и вот я получила результаты непосредственно на сайте компании, и эти же результаты ко мне пришли на мой электронный адрес. То есть для того, чтобы привлечь нашего клиента непосредственно первыми продуктами, это в принципе то, на что стоит обратить внимание. А теперь мы с вами заходим в святая святых, это уже категория для консультантов компании Oriflame, потому что сюда нужно ввести свой номер консультанта, свой пароль, и тогда вы уже попадаете на те закрытые странички, где вы оформляете заказы, видите отчеты и по своей структуре, и какие-то либо другие отчеты. Итак, мы кликнули, мы зашли, и что мы видим? Прежде всего, мы видим новости компании. Здесь в этих новостях представлены те новости, которые есть на момент каталога. То есть это, например, если говорить о вебинарах по продукции в августе, то здесь представлены и расписание вебинаров, и ссылки, и когда вы можете их посетить, и что, какие темы вы можете прослушать. Здесь есть новости в том, что у нас появился новый сервис обслуживания «Почтоматы». Это непосредственно по городу Киеву. Как работает сервисный центр в Киеве. Ну и, конечно же, если есть вопросы, то обязательно вы на них получите ответы непосредственно в новостях нашей компании. Ну а я предлагаю вам сразу же заглянуть в святая святых. То есть это поддержка продаж. То есть это та вся самая главная продуктовая коммуникация, где находится. И я обращаю ваше внимание на то, что кликая на поддержку продаж, вы сразу видите, что у вас появляется электронный каталог, которым вы можете делиться в социальных сетях, на своих страничках и показывать своим клиентам, друзьям, знакомым, ну и всем друзьям на ваших социальных страницах. Ну а мы, если посмотреть непосредственно с левой стороны, у нас есть вот такая вот колонка, где представлены твои мечты, уход за кожей. Вот мы здесь сейчас постараемся все посмотреть. То есть все самое интересное по продукции находится именно здесь. Итак, первое. Твои мечты – наше вдохновение. Мы действительно говорим о том, что это наше желание компании Oriflame воплотить именно ваши мечты, непосредственно начиная от мечты быть красивой, заканчивая мечтой быть успешными. Вот. И эта миссия, мало того, это та информация, которую вы можете распечатать для того, чтобы выучить, либо кому-то дать для знакомства с компанией Oriflame. Следующее – это уход за кожей и инструменты продаж. Какие первые инструменты продаж я бы хотела обратить внимание? Первое – это продукция Oriflame по уходу за кожей. То есть здесь непосредственно представлена информация, почему важно ухаживать за кожей, что это такое. Следующий момент – это комплексный уход за кожей, где представлены шаги. Если мы с вами еще, наверное, год назад говорили о том, что базовые шаги в уходе за кожей – это очищение, тонизирование, увлажнение и питание, то сегодня комплексный уход за кожей звучит немножечко иначе. В шаг очищения обязательно должны входить два очищающих средства. Два средства – это очищающее средство и тонизирующее. Следующий шаг – это уход за кожей вокруг глаз. Это самая важная составляющая, потому что эта зона очень быстро у нас стареет. Выглядит она тонко, не по годам, и поэтому мы выделили отдельно в отдельный шаг. Третий шаг – это активация. И здесь представлено использование всевозможных дополнительных средств. Тем более, что чем старше мы становимся, тем дополнительные средства у нас присутствуют. Это и масла, вернее, даже инкапсулированные масла, такие как, например, капсулы «Королевский бархат» или «Власть над временем». И точно так же это всевозможные сыворотки. И только четвертый шаг увлажнения, он тоже включает в себя два шага, вернее два продукта, это использование и дневного крема, и ночного крема.
Вы видите, что здесь на слайде написано «Третий уровень поддержка продаж плюс видео». Здесь представлено видео, в котором Магнус Бренстром рассказывает о комплексном уходе Oriflame, рассказывает и говорит достаточно очень правильные вещи, очень доступные вещи. Вы знаете, смотря это видео, я могу сказать вам точно, что поразило меня. Меня поразили слова Магнуса Бренстрома о том, что он говорит, что кожа – это тот орган, который мы никогда не спрячем, что от его ухода зависит наша жизнь, и это тот орган, который будут все остальные видеть. И мало того, нам с нашей кожей жить до конца наших дней. И поэтому это одна из самых ключевых фраз вот в моем понимании, почему мы должны делать важный акцент на комплексный уход за кожей. Следующая составляющая, на которую я обращаю ваше внимание, это справочник по уходу за кожей, который вы можете загрузить. Он загружается, он находится в формате PDF, вы можете его распечатать. Вот, и это достаточно хороший инструмент продаж непосредственно для рекомендации ухода за кожей. Но я обращаю внимание еще на одну составляющую. Это гид по продажам средств по уходу за кожей. Что это значит? Это значит, что если вдруг, ведь на самом деле в арсенале, да, в продуктовом арсенале компании Oriflame достаточно очень много продукции. И если вдруг вы теряетесь или забываете что-то сказать, то гид по продажам средств достаточно мощно придет вам на помощь, потому что именно на этой страничке вы можете загрузить и распечатать отдельные листовочки по каждой серии. Какие листовки здесь могут быть представлены? Ну, прежде всего, да, серия «Экологен». Мало того, какой возраст, кому рекомендовать, что сказать в первую очередь. Здесь же на этой листовке представлен базовый уход, чем очищать кожу, тонизировать. То есть абсолютно полная рекомендация. Какие еще представлены листовочки для распечаток? Это коллекция Diamond, возраст 40+. Это серия Королевский бархат. Это серия Власть над временем. Это серия Власть над временем Intense. Это коллекция Optimals, непосредственно антивозрастная коллекция. Это серия, коллекция Optimals активный кислород, которая разделена непосредственно по типам кожи. Это серия молоко и мед в уходе за лицом. Коллекция Eco Beauty. Здесь же также представлены серии осветляющих и отбеливающих средств коллекции Optimals. Я прошу вашего внимания именно на этом слайде и на этой листочке, который можно распечатать, потому что не стоит путать осветление кожи с отбеливанием. Почему? Потому что осветление кожи – это борьба с пигментацией, с теми пигментными пятнышками, которые у нас уже появились. Отбеливание кожи – это возможность подарить коже совершенно новый, более яркий оттенок. Случается так, что наша кожа немного темнеет, становится тускловатой, а возможно, влияют стрессы либо активное солнце. Так вот, для того, чтобы ее сделать немножечко светлее, немножечко лучистее, обязательно используйте серию отбеливающих средств, то есть коллекция «Активное отбеливание» из серии Optimal. Какие еще здесь есть листовки? Это Bioclinic, коллекция по решению такой проблемы, как потеря упругости. Здесь же есть серия Bioclinic для борьбы с пигментацией. Здесь мы для борьбы с пигментацией. И мы с вами после гида по продажам переходим к новому продукту и к новому разделу, который будет нас сопровождать в наших каталогах. Это аппарат для очищения кожи SkinPro. Что я могу сказать по поводу этого аппарата? Ну, прежде всего, если вы хотите, чтобы ваше очищение было в 5 раз эффективнее, аппарат нужно использовать. Им можно пользоваться как утром, так и вечером. Если вы обладательница чувствительной кожи, то вы можете купить совершенно другую, отдельную, более деликатную насадку. Аппарат рекомендовано использовать только в индивидуальном, в личном пользовании. Да, возможно, мы считаем, что он дорогой, но скажу, что это тот аппарат, который вам пригодится очень-очень долго. Он будет достаточно правильно ухаживать за вашей кожей. Мало того, он не только глубоко интенсивно очищает кожу, он хорошо отшелушивает,
Это отличная возможность правильно ухаживать за кожей непосредственно в домашних условиях. Ну а мы с вами переходим к интерактиву, такой вот интерактивный гид по уходу за кожей. И вот здесь вот это следующий раздел, на который стоит обратить внимание. Здесь представлено описание, что такое гид, интерактивный гид, почему он нужен и почему он важен. Вы знаете, если вы еще затрудняетесь в рекомендации ухода за кожей вашим клиентам, не поленитесь и зайдите в выделенный на слайде гид по уходу за кожей. Сегодня я опять-таки, готовя эту презентацию, этот гид по уходу за кожей вошла. Я начала тест. Вы знаете, было всего лишь 5 вопросов. И вот такой вот я получила результат, как мне ухаживать за кожей в моем возрасте, с моей проблемой и с моим желанием выглядеть более молодо и более красиво. Поэтому обязательно используйте этот инструмент продаж непосредственно для того, чтобы поддержать правильную рекомендацию, свой имидж в лице и в глазах ваших клиентов. Но мы с вами идем дальше. Итак, мы с вами рассмотрели все инструменты по уходу за кожей. Какие есть инструменты в макияже? Итак, первый инструмент, на который я обращу ваше внимание, это палитра оттенков. Да-да, у нас появилась новая палитра оттенков. И если вы внимательно читали почту, то на e-mail вчера на ваши электронные адреса пришло письмо о том, что палитра оттенков. Достаточно очень интересно. Вы знаете, у меня на столе лежит вариант англоязычной палитры, но больше и расширение продукции я не видела. Вот то, как здесь представлено, что здесь представлены коллекция Giordani Gold, и коллекция The One, и коллекция Veremi, что отдельно есть самый главный сегмент, это наши губные помады, потому что уж так заведено, что губы красят у нас в возрасте от 3 до 103 лет. Ну вот, что еще здесь важно? Здесь есть абсолютно все, причем губные помады, они разделены очень интересно на плотные, такие как зимний вариант губных помад, и на летний вариант, это бальзамы для губ и блески для губ. Еще я хотела бы обратить ваше внимание на то, что в этой палитре представлены абсолютно все тональные основы, даже те, которые еще не присутствуют в наших каталогах. То есть это палитра, которая представлена до конца 2015 года. И заметьте, что в данном случае было бы неплохо абсолютно приобрести ее, потому что цена достаточно привлекательная, всего лишь 9 гривен, но скажу вам, 19-20 страниц этой палитры оттенков такого никогда не было. Тем более, что в сегменте декоративной косметики, в принципе, вот для того, чтобы лучше разбираться, конечно, эта палитра должна быть рядом с вами, в ваших сумочках, в ваших офисах и на ваших рабочих столах. Еще один очень важный инструмент – это виртуальная студия макияжа. Вы знаете, здесь могу сказать о том, что мне удалось в нее войти, мне удалось загрузить свою фотографию, чего мне не удалось. Мне не удалось, то есть я так понимаю, что виртуальная студия макияжа, она еще разрабатывается, она еще обновляется, туда заливаются новые продукты, и поэтому некоторая часть продукции и рекомендаций, в принципе, еще не готова к использованию, но она есть, и это значит, что мы можем этой виртуальной студии для макияжа работать и подбирать непосредственно. Даже если просто выбрать свою фотографию, выбрать оттенки необходимые, тональные основы, корректоров, пудр, румян, то есть это касаемо макияжа лица. А есть огромное количество вещей, которые нужны для того, чтобы мы с вами выглядели красиво, молодо и здорово. Итак, мы с вами поговорили о макияже, какие есть инструменты здесь. Теперь я рекомендую вам познакомиться с ароматами. Одним из самых главных инструментов продажи ароматов является руководство по продукции, раздел «Ароматы». Вот вы его можете загрузить, вы его можете раскрыть, вы можете этот раздел непосредственно распечатать. Потому что еще один вариант, печатный вариант, он достаточно легко помогает нам ориентироваться в ароматах. Но если вы внимательно смотрите на колонку слева, то вы видите, что следующая категория у нас категория Wellness и какие инструменты у нас есть.
Итак, у нас есть информация про wellness, wellness от Oriflame, у нас есть вопросы и ответы категории wellness, у нас есть сертификаты wellness, опять-таки здесь научно-экспертный центр, у нас есть wellness, тестирование состояния здоровья, у нас есть листовки, которые вы точно так же можете распечатать, это листовки связаны у нас и с коктейлями, и с батончиками wellness, а также с категорией детской, категории wellness kit. У нас есть руководство по продукции Wellness. Здесь же есть видеокурс фитнеса, то есть здесь есть видеоуроки. Причем как заниматься, как потратить всего лишь 10 минут вашего драгоценного времени, чтобы быть более активными. Вот 15-20 минут. Здесь есть информация про Wellness подписку, книги рецептов и поддержи движение. То есть это те аксессуары, ну, например, информация о том, что мы сотрудничаем с компанией Puma. И у нас есть возможность гордиться совместным проектом. Это спортивная сумка Puma. Но я обращаю ваше внимание непосредственно на сертификацию. Именно здесь вы можете скачать и взять все сертификаты Wellness, которые представлены у нас есть. Да, это санитарно-эпидемиологические выставки, исследования, которые есть в категории для того, чтобы въехать в Украину, и у нас есть эта информация непосредственно здесь, поэтому обязательно используйте эти разделы. Итак, в принципе, говоря о wellness, здесь есть все, что вас интересует. Я перехожу к мобильным приложениям. Итак, мобильные приложения, которые есть, вы можете загрузить на свой смартфон каталог Oriflame. Вы можете загрузить информацию о солнцезащитных средствах, потому что здесь есть и контроль солнца, здесь есть бизнес-приложение, а также приложение «Успешный старт». То есть те первые рекомендации, которые вам помогают в работе непосредственно с вашим новичком или с вашим клиентом. Ну а мы с вами переходим в следующую часть. Это корпоративные материалы. И первое, на что я обращаю ваше внимание, это актуальные каталоги. Что здесь есть? Здесь есть брошюра «Бизнес-класс», здесь есть информация о как скачать текущий каталог, следующий каталог, здесь есть каталоги «Wellness», здесь есть информация по резерву продуктов, абсолютно все. Если вас интересуют в разделе «Корпоративные материалы», как купить каталог, либо прайс-листы замены каталога, замены продукта, вы можете посмотреть непосредственно в корпоративных материалах, потому что они везде, ну, присутствуют. Если у вас под рукой нет печатного, обязательно можете посмотреть и прайс-лист, или замены непосредственно продукта. Что такое календарь акций? Ну, здесь я сразу скажу, что здесь представлены акции на текущий каталог. Они всегда появляются на последней неделе текущего каталога, на следующий. Вот сейчас у нас есть с вами календарь акций на 11-й каталог, но будьте уверены, что очень скоро вы увидите все акции для новичков, для спонсоров. Вы увидите программу Oriflame Plus, а с 12-го каталога у нас появляется новая программа Oriflame Plus, и новые подарки, и новые условия, поэтому обращайте внимание на календарь акций, он действительно вам поможет. Мы с вами переходим в следующую категорию, это каталог бизнес-аксессуаров. То есть то, что нам поможет поддержать. Ведь каталог бизнес-аксессуаров, он присутствует в двух, как бы в двух разделах. Да? Есть каталог бизнес-аксессуаров и каталог бизнес-аксессуаров wellness. Что это значит? Это значит, что всевозможные бейджи, папки, ручки, пакетики, либо в категории wellness это могут быть флажки, это может быть футболка. То есть то, что вам интересно, то, что вам нужно, то, что вам важно, непосредственно в вашей работе обязательно здесь представлены и коды продуктов, и цены, и вы можете расширять и развивать свой бизнес непосредственно таким образом. А мы переходим с вами в разделе «Поддержка продаж» к разделу «Продукт эксперт». Что это такое? Итак, продукт эксперт состоит из трех частей. Первое – это бизнес-обзор каталога. Здесь есть презентация каталога, здесь есть текстовый файл каталога, здесь есть информация о ключевых запусках и на что обратить внимание нашего клиента, знакомя с каталогом, то есть что нужно знать о каталоге. Поэтому скачивать эту информацию тоже очень полезно.
Следующий раздел – это эксперт-видео. То есть, как правило, этот раздел обновляется всегда, ну, наверное, где-то раз в квартал, то есть раз в 3 недели каталога. Появляется новое видео от экспертов, от глобальных экспертов, появляется новая информация, и здесь есть руководство по продукции. То есть это тот важный материал, тот инструмент, который нам так необходим. Кстати, хочу сказать, что руководство по продукту у нас обновилось, в нем включены новинки вплоть до конца 2015 года. Мы напечатали 2000 руководств по продукции. И вы знаете, что буквально за 2 месяца руководства были все распроданы. Мы вынуждены были допечатать еще. Но у нас есть всего лишь 1000 экземпляров, поэтому поспешите. Стоимость руководства всего лишь 19 гривен, но это полный обзор абсолютно всего портфеля продукции компании Oriflame. И следующее – это библиотека брендов. Что же это такое и на что стоит обратить внимание? Прежде всего, что такое бренд? Бренд как компания Oriflame, с чем она ассоциируется? Компания Oriflame у нас всегда ассоциировалась с надежностью, с натуральностью, с возможностью иметь настоящее прогрессивное шведское качество. И если говорить о брендах, то здесь есть как бы пояснительные записки. Что такое коллаген? Почему мы решили назвать линейку средств по борьбе с морщинами именно экологен? Что такое Экобьюти? Почему мы гордимся этим брендом? Итак, если посмотреть внимательно, я хотела бы вам немножечко сказать о том, что не зря у нас появилась серия «Экологен», и причина появления этой серии, она довольно-таки не случайна. Почему? Потому что в результате вот серия, которая решает проблему глубоких морщин. В образовании морщин виноваты коллагеновые волокна, вернее, даже они не виноваты, они просто отсутствуют. И поэтому для того, чтобы коллагеновые волокна в коже присутствовали, очень важно использовать серию «Экологен». Коллекция «Экобьюти», другими словами, «Экокрасота» или, допустим, «Красота и сохранение окружающей среды, природы». Мы впервые использовали или создали, вообще мы первые и пока единственные, кто создали серию на 95% натуральную и на 5% содержащую органические компоненты. Серия впервые сертифицирована аж 4 природоохранными организациями. И об этом стоит говорить. Что такое wellness от Oriflame? Что мы несем отличное самочувствие, что мы несем красоту, возможность поддержать свой организм изнутри и здоровье иммунной системы, это тоже очень-очень важно. Новый бренд декоративной косметики The One, одна из самых важных, тоже популярных частей, потому что The One очень мощно вошел на рынке мира Oriflame, и скажу почему, потому что это не просто декоративная косметика, а это все модные тенденции, это мнение визажистов, это мнение дизайнеров. Поэтому знайте, что листая каталог и видя какой-то новый продукт коллекции The One, знайте, что он востребован во всем мире. Это самый популярный продукт, и на это стоит обратить внимание. И, конечно, одним из последних у нас появился новый аромат Tenderly Promise. Его бы и этот бренд бы я характеризовала бы как, ну, прежде всего, возможность быть участником в мощной благотворительной акции, потому что, покупая туалетную воду Tenderly Promise, средства уходят в благотворительный фонд, а компания Oriflame, она действительно очень особое внимание уделяет благотворительности, и я думаю, что вы знаете эту информацию, что мы в этом году уже собрали 1 миллион гривен, 500 тысяч мы гривен перечислили в благотворительный фонд СОС «Дитяче местечко», где деньги ушли на социальную адаптацию школьников-выпускников, а 500 тысяч мы отдали в благотворительный фонд «Таблеточки» для того, чтобы наши детки, те, которые достаточно имеют серьезные заболевания, онкозаболевания, деньги ушли на приобретение лекарств. И поэтому нам есть чем с вами гордиться. И поверьте, бренды наших серий, бренды наших продуктов, они несут особую информацию и особый смысл.
И в завершении я хотела бы вам сказать о том, что кроме поддержки продаж, есть еще один очень важный сегмент – это обучение. Почему? Потому что на самом деле самообучение – это всегда саморазвитие свое, это всегда очень важно. Да, мы развиваемся, общаясь друг с другом, но посещая и обучающие онлайн-мероприятия, которые присутствуют на сайте, они тоже очень-очень важны. Итак, на что я обращу ваше внимание? Онлайн-обучение. То есть это те тренинги, мало того, вы можете их прослушать. Вы можете прослушать, как говорит сам ведущий этих тренингов, вы можете научиться говорить точно так же. Здесь есть Академия Oriflame, где представлены шаг первый продажи, шаг второй спонсирование. Здесь есть речь возможности Oriflame. Здесь есть полезные советы, как правильно обучаться. И, конечно, в разделе обучения есть Академия Wellness. И Академия Wellness состоит из трех разделов. Это продукты категория Wellness. Вторая часть – это рекомендация категории Wellness. И третья – как создать самый успешный Wellness-клуб в вашем городе. Если вы заметили, здесь нет Академии красоты, то есть тех тренингов, которые могут быть представлены непосредственно по другой продуктовой коммуникации, это уход за кожей, декоративная косметика, уход за телом, ароматы. Я могу вам сказать точно, что мы ожидаем уже обновленную версию и англоязычный вариант Академии красоты «Уход за кожей» я уже видела, поэтому будьте уверены, что мы не успеем глазом моргнуть, как у нас появятся новые Академии красоты для того, чтобы мы могли обучать наших новичков. Итак, что нового в нашем сайте? Во-первых, он видоизменился. Он стал более светлым, более спокойным, более уверенным. Во-вторых, в нем появился новый раздел «Beauty Edit» с самыми модными тенденциями. В-третьих, в поддержке продаж находится абсолютно вся продуктовая коммуникация, которая нам интересна. Ну и четвертое, не забывайте о том, что обучение – это всегда очень важно. И если вы планируете проводить тренинги, проводить мероприятия, начните, конечно же, с Академии Wellness и вообще с Академии Oriflame, которые представлены здесь на слайде. Ну а я вот в таком вот быстром темпе буквально с вами провела замечательных аж целых 34 минуты, и поэтому, если вы успели написать вопросы, то я с удовольствием на них отвечу. Итак, кто у микрофона? У микрофона Надежда Дроздова. А Виктория Комлева, не обращайте внимания, это просто страничка GVO, платформа GVO, оформленная на Викторию Комлеву. Итак, когда будут ежедневники Wellness? Вы знаете, ежедневников Wellness не будет, потому что они вышли из производства, и поэтому их не будет. Но если у вас остались, обязательно используйте их в своей работе. Но мы ожидаем в следующем году новые, и будьте уверены, что 2006 год нас порадует новыми продуктами в категории Wellness. Это я уже вам говорю по большому секрету. Так, все никак не думаете. Так, вопрос, как необходимы ли пробники для передачи цвета помад или палитра хорошо передает цвет? Вы знаете, я вам могу сказать, что на сегодняшний момент если говорить о палитре декоративной косметики, самыми идеально подходящими все-таки является палитра. Хотя новые неоновые губные помады я сравнивала со страничками с представленными цветами в каталоге, они тоже идентичны. Не всегда, конечно, совпадают, но палитра – это максимально точное представление продукции, цветовой продукции непосредственно нашей декоративной косметики, поэтому будьте уверены, она очень нужна. Так, сколько баллов дает Wellness со следующего каталога? Со следующего каталога мы дадим информацию в следующем каталоге. Вы пока получили информацию, что категория Wellness немножечко повышается, но те, кто находится на подписке, первый, второй, третий каталог, то есть и четвертый в подарок, они будут приобретать непосредственно по старым ценам свою продукцию Wellness. Но если вы оформляете подписку и делаете первый шаг в подписке в 12-м каталоге, конечно же, цена будет уже новая.
Внутри комплекс подписки нет. Нет, на внутри комплекс для волос и ногтей подписки нет, потому что она пьется курсами. А, то есть вы пьете, три каталога пьете, один каталог делаете перерыв. А почему не работает поиск сайта? Потому что сайт новый, сайт постоянно загружается, постоянно обновляется, туда добавляются новые материалы и старые разрабатываются. Поэтому это все-таки рабочая версия. Здесь, поверьте, что еще месяц назад здесь очень много чего не работало, и поэтому буквально семимильными шагами развитие на сайте происходит. Но стоит немножечко потерпеть. Так, в корпоративных материалах есть прайс-лист. Ну, как в любом прайс-листе, даже печатном, есть баллы бонуса на категорию wellness. Так, хорошую идею насчет цен. Так, я не буду читать рекомендации, я читаю вопросы. Так, вопросы я пока не вижу. Есть, так. Аппарат Skin Pro можно использовать после 50 с очищающим молочком для очищающей кожи. Ну, во-первых, скажу, что аппарат Skin Pro можно использовать, это деликатное очищение кожи. А вот если вам комфортно, если вашей коже комфортно, обязательно используйте. По поводу еженедельника я сказала. Вот, где на сайте можно посмотреть общие групповые баллы? Вы знаете, я сегодня как эксперт по продукции, поэтому где на сайте можно посмотреть групповые баллы, я думаю, это вопрос к менеджерам по продажам. Вот, и обязательно посмотрите. Я уверена, что это как бы большой минус, что вы не знаете. Потому что в основном общая категория наших лидеров и консультантов не знают, где на сайте продуктовая коммуникация. Поэтому для меня это гораздо важнее. Так, на внутри комплекс подписки нет. Дальше. Можно ли мне в 46 власть над временем интенсив для век? Вы знаете, ну плюс-минус 2-3 года роли не играет. В принципе, можете годик подождать, а можете тогда полностью купить одну серию, чтобы пройти ее экспресс-курсом интенс и перейти непосредственно к своей базовой по возрасту. Если вы оформите подписку сегодня-завтра, то вы еще успеете приобрести по новой цене, по старой цене. Почему на сайте для новичков с каталога номер 8 нет позиции 50% по бизнес-классу? Вы знаете, я, во-первых, этот вопрос уточню. Прежде всего, я этот вопрос уточню. А во-вторых, я думаю, что этот вопрос нужно задать вашим ISM. Итак, туалетная вода, Надежда, Дэми, туалетная вода, что подобрать у нас? У нас есть туалетная вода Дэми. Я ничего не могу вам помочь. Мало того, она даже не туалетная, парфюмерная. Это значит, что она насыщенная, пудровая. Поэтому смотрите из парфюмерных вод. Почему новичок, который оформил двух каталогов подряд, не может воспользоваться скидкой 50%? Ну, прежде всего, я могу сказать о том, что эта информация была с 9-го каталога, 9-й, 10-й. В 11-м каталоге он может воспользоваться скидкой 50%. Уточните, возможно, уточните у своего ISM, пусть он посмотрит по продуктам, по заказам. Так, будет ли программа Wellness Life Plus? Пока информации до конца года по этой программе нет, поэтому ничего не могу сказать. По поводу сайта и новичка, могу сказать, или бизнес-класс 250 баллов бонусов, поверьте, что все постепенно обновляется. Какой процент окислителя краски для волос? Итак, ну, процент окислителя краски, если это блонды, оттенки 11 оттенков блондов, то 10, ой, это 9, а если это другие оттенки, рыжий, коричневый, черный, то 6. Так, Дэми нет в продаже, к сожалению. Смотрите из других парфюмерных вод. Когда на сайте появится раздел квалификации на Анталию, как только пройдут мероприятия и квалификации, вернее, как только, ну, в принципе, я думаю, что раздел уже должны быть, и давайте я уточню, хорошо?
Итак, просьба делать вебинар с передачи видео. Я каждое свое видео говорю и рассказываю о том, что по поводу того, что наша платформа GVO, она была приобретена без сервера записи. А почему? Потому что есть корпоративная платформа для проведения вебинаров. Это платформа WebEx. Но, к сожалению, по мнению многих наших лидеров, она достаточно очень неудобна для ее посещения. Так вот, мы специально приобрели для удобства посещения платформу GVO, но здесь сервер записи, к сожалению, недоступен. Поэтому пользуйтесь эксклюзивностью, тем более, что вы в это время уже в 19:00, я уверена, что вы находитесь дома, а я для вас читаю из офиса наши вебинары, поэтому смотрите расписание, обязательно подстраивайте. Вас не видно, вы меня смотрите на роликах и в семинарах, поэтому, Олег, не переживайте. Ничего страшного, если вы раз в три каталога меня не увидите. Итак, дорогие друзья, что я могу вам сказать? Обязательно используйте наш сайт, обязательно используйте разделы «Поддержка, продажа, обучение». Там много чего интересного. И новые бьюти-эдит, новые тренды – это, в принципе, для знакомства, для того, чтобы идти в ногу с модой, в ногу с красотой. Хорошего вам вечера, до свидания.